Большинство ребят не могут изучить Python только потому, что не знают, что делать. Здравствуйте, ребята. Очень часто мне пишут, что базовый уровень. Когда я даю задание, то, как правило, ребята пишут, что мой базовый уровень близок к нулю. Задание я даю простое всегда. То есть базовый уровень, ребят, это только чтение кода и умение владеть документацией. Это и есть базовый уровень. Большинство ребят пробовали по-разному, проходили курсы, читали книги, но в итоге открывают вот тест, да, исходный код читать не можем. То есть смысл, значит, надо что-то поменять. Вот что надо поменять и на что. Первое, ставим цель, что вот это будет базовый уровень, второе, как достичь. Ребят, посмотрите на эти четыре вещи. Смотрите, функция, класс, метод, экземпляр. Это одно и то же. И одно и то же во всех языках. Да, это делает разные вещи, но корни имеют одни и те же. Хотите узнать, где как это? Внизу в описании ссылка, перейдите, посмотрите несколько видео. Крутая методика. Вот действительно, простые вещи совершенно, которые приведут к чтению кода, к чтению документации и написанию собственного кода с головы. Три цели, больше не надо. Один фрагмент. Уберите все, вот эту мешанину, да, и мы с вами сосредоточимся всего на четырех конструкциях. То есть у нас будет четыре конструкции всего. Нам всего лишь надо найти общее в этих конструкциях, чтобы понимать, как они работают. Разница станет очевидна. То есть, да, они делают разные вещи, но это одна конструкция, ребят, язык по-другому не работал. Тогда мешанина пропадет, все остальное будет работать одинаково для всех конструкций. Нужно ли учить? Так нет. Это же все будет пониматься логически. Весь материал языка замешан на этих четырех конструкциях, на их понимании. Это просто надо понять. Тем более, эти законы вы используете в жизни и прекрасно знаете. Давайте проведем аналогию и все. Перейдите, посмотрите видео, есть вопросы, задайте. Посмотрите планы индивидуального обучения, есть вопросы, задайте. Мало того, мы будем работать с разными языками. Сегодня читали, и большая путаница в голове. Давайте уберем. Ребят, ведь все очень просто. У меня все.